Вирус без вакцины. Андроид-устройствам угрожает новый тип компьютерной заразы. Это радость со слезами на глазах. Словом года филологи выбрали изображение. Психологическая попойка. Робот напоит коктейлем по рецепту на основе пристрастий в Facebook. Здравствуйте, в эфире телеканала 24KZ, новый выпуск проекта ProNet. Неизменно увлекательно о гаджетах, технологиях и концептах. Сегодня начнем с угрозы зеленому роботу, причем неизлечимой. Еще один пример того, что стоит использовать приложения от официальных или хотя бы из проверенных источников. Исследовательская фирма Lookout выявила в Android-смартфонах новое семейство троянцев. Они обходят существующие механизмы защиты, получают права администратора и осаждают пользователя надоедливой рекламой. Даже если пользователь захочет очистить телефон, сбросив аппарат до заводских настроек, то ничего не выйдет, так как хитрое и опасное ПО перемещает зараженное приложение в системный раздел. Это и позволяет оставаться вирусу неубиваемым. Еще одна разновидность троянцев умеет самостоятельно устанавливать приложение на телефон. Причем никакого одобрения со стороны пользователя ей не требуется. Когда в Google узнали об этих вирусах, тут же была проведена ревизия официального магазина приложений, но заразы там обнаружено не было. Троянцы поражают только те гаджеты, у которых разрешена установка программ из альтернативных источников. Английский, как никакой другой язык мира, очень быстро впитывает в себя все новое. И в этот раз тенденция не нарушена, а ученые из Оксфордского университета, кажется, превзошли сами себя. Издательство Oxford University Press, выпускающее знаменитый словарь английского языка, ежегодно объявляет самое популярное слово года. В этот раз это не слово. Британские ученые, а именно филологи, выяснили, что в 2015 году самым часто используемым стало не слово, а картинка – смайлик. Как пишут в своем официальном блоге исследователи, этот смайл лучше всего отражает характер, настроение и вызывавшие озабоченность вопросы. Это о лице со слезами радости. К тому же именно в 2015 году использование пиктограмм «эмодзи» стало по-настоящему массовым. Также ученые выяснили, что само слово «эмодзи» впервые было использовано в англоязычных текстах в 1997 году, а в 2015 оно достигло пика популярности. Его используют втрое чаще, чем в 2014. Еще на одну профессию посягают бездушные железные машины. Хотя, пожалуй, зря мы так об изобретении группы немецких инженеров. Они создали робота-бармена, который умеет готовить коктейли на основе вашей страницы в Facebook. Алгоритм психологов сначала изучит ваш психологический портрет в социальной сети, а затем предложит узнать, какова же ваша личность на вкус. Исходными данными для робота-бармена станут лишь ваши лайки. При приготовлении алкогольного коктейля Social Shot ориентируется на 5 основных личностных качеств. Среди них нейротизм, экстраверсия, открытость, доброжелательность и добросовестность. Для заказа изобретатели предлагают использовать терминал, похожий на приложение для Facebook. Social Shot проанализирует лайки из подключенного профиля и приготовит напиток, смешав ингредиенты в нужной пропорции. Правда, доступен робот-бармен пока только в Германии. Чтобы узнать, будут ли совпадать ингредиенты коктейлей с любимыми напитками жителей нашей страны, придется подождать. В завершении выпуска – видеопозитив и сети. Самыми интересными и высокотехнологичными новостями можно знакомиться также на наших страницах Facebook и Twitter. Обязательно подпишитесь и смотрите ProNet каждый день в эфире 24KZ. До встречи в эфире и онлайн.